зависимость возникла после уничтожения в будущее. Очень жаль, но вы не что можно вставить? Плохо, товарищи, никуда так не годится проходить босса. Не бейте просто неделю. Он одного убьет, это выйдет. Босса с пули или можно покинуть тело, да? Нет. Сейчас тело завалит. Он одного убьет и все. Так, говорит, сейчас если вы бить его не будете. Просто не лестница, ему тут возле лестницы, наверное, лежит. Так, две вещи. Миленький, вообще ее уберите у себя. И второе, шаманы, когда вас из контроля выводят, пожалуйста, переставляйте тотемы. У вас он всегда ставит тотем заземления. Да, эфир было бы неплохо сливать, да, Наваре? Вага, ты можешь сурвалов? Походу, Тимбыча мы не это... Тимбыч, вставай, мы тебя присуманим. И кто там? Он сейчас другой лестнице его. Он встанет, босс агрит. Стой, сейчас я его попробую риснуть, достать. Да, пробуй, я просто слишком далеко его начал. Достанет, я дальше еще лежал. До ступенек заходи спокойно. Не, сейчас. Попробуй массу. Не хильте, стойте АФК. Не двигайтесь, не прыгайте, ничего не делайте. Не, его не достать. О, стоп, сейчас... секунду. А, я уже масс резнутый. Вставай, кто там лежит? Тимыч, вставай. Не мог масс резнуть? Масс рез уже, во-первых, нужно через кого-то его резнуть. Тимыч, вставай. Нету больше ман. Нету. Чего, да, ну в смысле, тело покидай. Тело покидай, пока сейчас вон за мной это, выехали. Все. На кого он бежит? Подойди к нему, Женя. Он тебя убьет, я так говорю. Откинешь. Что он спалится? Да, она почему он не меня убивает? У него рандом цель. Я у вас резнусь, что я тут за дверь. Ну, нужно просто выбежать сюда, вот, к центру, блять, и умрите. Просто там всех повалит, вот. Интересно. Не, он чисто, кто его бесит, завалил просто. Так на ступеньки-то зашли, да, да. Чтобы я Тимыча поднять. На ступеньке это уже он сагривает, ну, до ступеньки. Он и сагрился. Потому что рандомную цель выбирает. Вот заводится, когда на ступеньке. Точка G у него там, да? Пухи, не забудьте надеть. Рыбу ставлю. Госпожа, резни меня. Да ты что? А, у тебя уже я есть? Я сейчас бейчик подошел, покрутил, хуй забил, смотри, пошел. Мозер, у тебя уже есть такие штаны. У тебя слишком много таких уникальных предметов. Мы же это выяснили еще два босса назад. Okay. Ты можешь просто Т5 не нажимать? Или в чё у тебя там? Yeah.
Фрэнсис, а у тебя есть Т-10? Один Т-10. Все, давайте, тишина, бафы, давайте, девка и рыль, я помогу поносить вещи некоторые. Ребафы дайте. Мозер, Женек, Фрэнсис. Чего-то мне не хватает. Крестобаф. Крестобаф, да. Блять. Пушки наденьте, граждане. Не забудьте, пожалуйста. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. And you tell her first, like, Hans, be swift on me. Yeah, yeah. Hand the bag, I have to Fuck, get off, yeah. Ooh, I don't ask her. What's that, man? What's that, dude? You're on a gifted, man. Oh, that's not a famous time being a smell. Никитос. Ауди. Вы справились с моими лучшими советниками. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Уберите лорда Сангвинара. Эту цель. Кровь за кровь. Эти на агре танку. Дистанцию наберите перед бабой. Наберите, только ебеня не убегай. Все нормально, пускай там стоит. Кто агре сорвет, смотрите, туда же бегите, пусть там... Никитоса Гевку прохил. А дальше тоже. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером Телоникусом. Мелики только после бомбы подходит. Она практически сразу тут идет первая. Отводи дальше кого-то. Как видите, оружие у меня... С лестницы ходить. Интересно, пианист видит, нет, что косты сбиваются, не сбиваются, то один проебал. Нет, видно, нет. Все. Прям не пугнуть, не вздохнуть, да? Сам знаешь, Леха. Надо почувствовать, если пугнешь. Да ну не фудите вы, ё-моё, а то почувствуете. Сейчас Леха зайдет. РДД, смотрите, справа, все вижу.
Все, пушки поднимайте. Добейте сначала. И отойдите за квадрат. Также кого чуть-чуть можешь протащить, получается, наверное. Ух, вот чуть-чуть куда-нибудь вот сюда. Что там опять же этот нефирял. Все, за квадрат также не заходите. Хилы пусть там тусят. Женек, провокатор, Локи, Никитос, Лич. Маскет. Гладиатор. Ауди. Милики в инженера, разбивай в тёлку. Бомба, бомба. После телки два мага на инженера. Остальные РТТ по Сангвинару. Ребят, поносите бомбу, пожалуйста. Я без ДБМ. Бомба 10 секунд. 5 секунд. Все, два мага в инженера. Стальнера ДД по Сангунару. Все, оставь его там. Там мы сидим, стой. Иннар по шаманам залейте. Тима Чомности, Ганвеста, Харизу. Бомба 5 секунд, 3 секунды. Фаза 10. Кават, лови босс. Добейте Сангунара быстрее. Геро. Контроль 2 секунды, одна. Стоп на Е. Ложа. Ложа. Нарция, помогай контролить. По Тимбичу корни дайте. После циклона. Пусть корняк стоит. Босса все бьем. Босса дальше отведи. Глубже. По Тимбичу корни опять. Глыба. Т-1.
Где мы что прохил? Миллизона. Лужа. О, Феникс играем. Мили отбежали. Яйцом. Мозер, дай гимн ману. Ложа. Контроль 5. Босс убьем. Контроль раздавите. Конвесту контроль. По конвесту фир, блоки. Блоки фир. Отводи босс от контроля. Ауди, тихо. Да уи, не могу ударить. Я говорю, блин, Женя, помолчи, пожалуйста. Глыба. Сейчас будет. Раздали глыба. Контроля. Феникс играем. Тимыч, подними. Мили отбежали. Яйцо. Быстрее. Босс. Лужа мили. Контроль 10 секунд. Ветерки, лягушки быстро раздали по мне, сейчас ваншотить буду. Паудит, клон дайте. И корни. Глыба. Босс убьем. Глыба сбили. Феникс. Играем. Овцу диспел со стариком. Лужа. Феникс убьем. Мили убежали. Босс убейте, если добили яйцо. Лужа. Контроль 3. Поженько циклон. АУЕ оффните. Берите АУ... не бейте АУЕ, что не плане. Танк отводи босса. Глыба сейчас, глыбу сбили. Феникс. Глыба. Глыбу, все, Феникс. Если полетят, смея. Поженьку ребав дайте, по шаману. Пошли, милики. Яйцо. Феникса забери. Бегу. Войд. Босса бьем. 5% до этой фазы. По шаману дайте ему. Мили зона. Лужа, милики. Контроль 3. Никитоса, ветер. Или фир. Или фазы надо этого добивать. Фениксы все. Все фениксы фастом яйцо. Милики, убегите. Быстрее яйцо. Есть еще БР у кого-нибудь? Плюс отпиши. Не надо, пожалуйста. Не поднимай, не надо, нет. Милик, толку от него не будет. Знать хотя бы у кого из БР. Конвесты есть.
На раньше все разбежались. Мелики на взлетке, дальше всех улетают. Не мешайте РДД хилам. Рэндж набрали. Не забывайте про Рэнджу. Десять секунд. Четыре секунды ближе к земле. На РНЖ стойте, сейчас пошотают. Норти Ганвесту. Ганвеста Фросгорна. Красиво подлетели. Лужа. Ладно. Дайте баф. Помогу и по друидам баф. Шаман нам еще. Что, заберет босс? Фениксов собирай, все, в босс играем. Рэндж. Фениксов разве бить не будем? Нет. После... Две секунды. Там один Феникс. Кого-то прохил. Пока один. Маны, залейте по шаманам, по шпалмости. Тимыч, Норти. Адмирал, дай Моза, дай гимн. У меня есть, у меня кончился Никит. А еще 4 минуты есть. Лужа, аккуратно. С ориентацией. Ну да, в принципе, в босс. В босс просто играть, пока есть дезориентация, Войд выдержит. Через 40 секунд Гера. Рэндж набрали. Старайтесь держаться левее правее, а не выше ниже. Адмирал, посмотри за мной. Падение 5 секунд. 5 секунд ближе к земле. Гера подкатываешь. Да. Гера откатила. Увихильте танк. Добивайте. Да, старичок, хантов. Ой, хантов, говорю. Великая победа. Плохи ГЦ. Никитос, смотри, как тебя обошел. Вообще и посох упал. Обида ебаная, не тот плащ. Тот плащ уже падал хуй знает сколько раз. Он, блядь, дривано. Вот такой вот пул должен быть каждую неделю. Ровный и четкий. Гевка, дай мне эти. Ага, да-да-да. Я разрулю их. Да вот здесь бегаю.
Блять, маги, которые дохнут на ласт фазе. Боишь, я в КБ закину сам. Да, это погрешность, пианист. Это гевка на я тебе свои слишки. Давай. Лёх, ты понимаешь? Я кидаю на себя перышко и лечу выше, чтобы не задеть никого. И ко мне кто-то подлетает и убивает двух человек, между которыми находим. Вас убило приземление, и там все четко видно. У меня... Тебе линкануть мою смерть? У меня написано луч пустоты. Я даже не долетел до земли. Лен, пустоту кинь ко мне, я сейчас ролики буду. Рик, что, успеем РС пронести, нет? Давай, не ломайся, старый. Полчаса делов-то, ёпта. Чё там, шмот разролила, Лен? Нет, ещё. Ирса дал луч пустоты, прилетело ему 13 тысяч, плюс еще 5 саппорта. РС пойдёшь, старик? Ну уже все, спать пора, на работу. Так, а столько, что за всю игру? Плащ. Прилетел. Старик, завтра суббота, какая работа? Вот такая. А что это за квест? Служба у него не работала. Давай там уходи на гражданку, старик, хорош служить. Какой через именно квест? Царю. Царю, если блядь. Если длиннейшая сфера, то это там шея 277. Да, там меткость крит шея. 389, да, ГП, она как шея стоит. И получается, я думал, это без ГП, блин. А можно ее отдать? Я думал, просто... Лен, разроль тогда это. Все, так, все. Да, сферу. Я не знал про что это, ребят, правда. Хорошо. Ничего страшного. То есть там шея, и сейчас это пролинкую. Лен, подожди, сейчас я им пролинкую. Может что-то это надумаю. За босса было начисление? Нет еще. Разрой? Сейчас, подожди. Там для РДДшников вдох вот, крит смотрите, и меткость. Раз, два, три и четыре. Вот, четыре шеи. Все, Лен, можешь разраливать. И гладиатору минусанешь, ну, обратно. Все, ливать можно с рейда? Нет. Нет. Поставьте, пожалуйста, порт. Знаете, что это вот шея, которая вот эта вот. Ну, зеленейшая сфера, да, которую. Ну, все, он там Мозер хочет. Ой, ой, я гладиатор. Мозер, да? Мозер, кто там? Кому, Паш... Ну, Лен, ты, кстати, да. Первая. Мне не надо, я случайно. А, ну все. Посмотрим, все. Он на успех берет. Рольте тогда все на успех. Труда я возьму 65 на успех. Так это за ГП на успех или что? Нет, без ГП на успех. Но на мейн типа никто не ролил. На мейн. Вага выиграл. Ваги нету. Ваги только за ГП. Дай обмен гладиатору. Лен, себя ставишь. А и там еще сни... ачивка дается героическая. И это, гладиатору сними. Тоже ГПшку. Угу. Ты эту штуку роли? Три штуки, да? Или сколько? Пять. А ролят все? Нет? Все, кому надо рулить. Нет, и ролят только... А, сейчас у кого Т5 же есть. Да, у кого Т5. У кого есть Т5 на мейн спек. То есть она не... Подождите, вы вообще, получается, не в одном рейде в гильдиевском мы, получается, не можем, у кого нет Т5, ролить воронки? Да. Только те, у кого есть, да? Да, да. У кого есть Т5, те запускают воронки. Ну и по приоритету. Ну вот Локи, я вижу Локи, да? Локи, тебе сколько? Локи, да. Ему две. Начисли ему соточку, посмотри, если там. А опять... провокатору можно дать? Как Леха, бы... а ты здесь? Нет, в Дискорде, пианист. Да, здесь. А, Леха, а как ты выбирать просто... воронки? Вот, блядь, я вас не слышу, можно это помолчать? Умность тебе надо? А, у меня пока нет Т5, там провокатор говорит, что у него есть Т5, провокатор... Сори, не заметил. Провокатор, тебе сколько нужно? Мне... На один кусок, как минимум. Ну, начисляй ему, пока он по приоритету. Так, вижу провокатор Локи. Вижу. Так, одну Локи я уже отдал. Начисли Савена, провокатору. Савена, тоже Т5. Я понял. Раз провокатор. А вот, получается провокатор, там ганвест еще родил, да? Да. Кусок у тебя есть, который апать? Да, плечи швырнул.
точно. Все, а ганвести получается. Сейчас я, погоди, я еще записываю. Ганвести сотка. Все, вы там выяснили все. Нет, так. Еще две воронки. Дальше идет, получается, провокатор. Опять ганвеста у меня, типа, больше. У меня нет, провокатор. Провокатор и еще. А вот сюда обновилось. Еще одному тому и одну тому, и все, что. Провокатор. Еще соточка. И сейчас, сейчас Локи, да. Локи, Локи тебе надо? Локи получил же одну. А, Локи получил. Да. Тогда я ганвест. Или. Так, а по приору. А, ну да, 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 Локи, все правильно, все, все. У меня обновляется что-то. Еще одну, все, я Локи отдаю. И все, это 5 получается, правильно? Все, все 5, на плюс Локи еще. Че, все, Эро? Погоди, погоди, провокатор а, ну да, Локи 2, провокатор 2. Ганвест 2. У меня потом заберете эти ворот. И ганвеста 1, да. Ганвеста 1, вы че, я же записал. Ага, да, Локи 2, провокатор 2 и 1 ганвест. Леха приедет с курорта, заберете у него все. Пианист, объясни мне, пожалуйста, вот если у меня нету Т5, почему я не могу или это в рейде воронки? Потому что, смотри, Ауди, я тебе объясню. Потому что есть такие люди, у которых, например, лежат. Ну, я себя, в пример, поставлю. У меня, например,